Генеральный директор общества «Красная звезда» Николай Лаврененко вместе с главой района Александром Коклиным осмотрели территорию молочно-товарной фермы, обсудили успехи, которых хозяйству удалось достичь в 2020 году. Вал молока по ферме 4,822, значит, на фуражную корову получилось за год 10,50. 10 050. Себестоимость молока 19,60. По реализации, значит, молоко физвес 28,64, зачетный вес 30,24. Коров по году среднее получилось количество 477 фуражных. Телят получили за год 477 голов, ну, бычки и телочки пополам. В среднем фуражных коров на ферму 477 голов. Поголовье черно-пестрое, галштинизированное. В прошлом году завезли 100 коров из Дании. Телят получили 477 голов, равное количество породистых бычков и телочек. Надежда Бабкова известная на весь район доярка. Ее портрет висит на доске почета. За добросовестный труд Надежда Николаевна в 2010 году удостоена звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани», а в 2016 – Российской Федерации. Теперь женщина работает телятницей. Утром кормление, пою телят, фураж, соломка. Потом после выпайки через час ставится вода. Сколько у вас на иждивении питомцев? 70 с лишним. Ну, они как. 2 месяца проходит, телочки уходят. Новые появляются. Потом бычков продают. Имена телятам не дают. У каждого есть свой индивидуальный номер. На ферме существует собственная кормовая база, которая позволяет обеспечивать коров качественным фуражом. Далее Николай Лаврененко показал места, где берет начало река Меклита. Работники хозяйства на специальной технике вели расчистку русла. Река за много лет заилилась. Воды практически нет, родники закрыты. На сегодняшний день Драглайн очищает родники, достаем сапропель. Кладем на берег. В течение 2 лет мы должны эту сапропель внести на поля как органическое удобрение. В планах генерального директора общества «Красная звезда» реку зарыбить, а воду использовать для полива.